Здравствуйте! Ассоциация юношеских развлекательных программ YouTube представляет новое шоу «Студия 69». Место, где артисты делают друг другу приятное. Каким образом? Да, ровно на одно шоу отдают друг другу свои песни. И сегодня у нас Полина Гагарина и Матранг! У меня всего несколько вопросов. Вообще, вот, ну, кроме того, что сейчас увиделись, вы знакомы? Буквально познакомились 5 минут назад, но уже как будто знаем друг друга всю жизнь. Да, тогда есть давайте, такое, давайте у нас такое. Будет официальное рукопожатие Алан и Полина Сергеевна. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый. Алан, можно ли тебя и где застукать за прослушиванием песен Полины Гагариной? И нет такого, что ты едешь... Последнюю неделю только Полина отвечает. Пока я готовил песню, просто ребята, они знают уже... То есть ты неделю готовил песню? Ну не, я меньше готовился. Меньше, но слушал Полину я, да, неделю. Вот, например, бывает такое, что ты едешь и там... Я обезоружен. И у тебя окно открыто, и рядом люди на светофоре в Владикавказе. Такого не было, но... С поднятыми бровями. Теперь будет. Теперь да. будет. Потому что придется петь... просто. Мужики, давай вот посмотрим в камеру, Алана, скажем, мужики, петь Гагарину, это вообще не зашквар. Не, петь Гагарину это сложно, потому что песни достаточно женственные, да. Песни, мало того, что женственные, они пипец сложные какие вокально. А бывало ли у тебя такое, что ты куда-то заходишь, да. не знаю, там, сидишь где-то на концерте, и кто-то поет твою песню, и это чудовищно? Мне прислали недавно видео из Таиланда, как парень поет... Это парень, точно? Ну, как бы, издалека. Одет как парень? Одет как парень, хорошо, да, под гитару. Таиланд. Вот, спектакля контин, гаснить сметь. Прости, пожалуйста, ты ездила в Китай и пела на китайском. А, ты знаешь, я сейчас вернулась недавно из отпуска, и... Были китайцы там. Где сейчас приехали, нет китайцев? Да. Они, в общем, узнали меня. Я была в шоке. Они реально узнали меня. Как причем по фабрике. Да. Они говорят, гэ-шоу, гэ-шоу. Я в шоке, потому что... А как гэ-шоу называется? Гэ-шоу. Хорошее название. У нас, кстати, половина шоу на YouTube — это гэ-шоу. Это не шоу, это не шоу, а шоу — это певица, по-моему. Ну, в общем, да, типа я певец. Нет ли такого, что для китайцев мы русские... Ну как, вы русские. Да, да, вы... Все на одно лицо. Я думала, что в принципе да, но как оказалось, потому что они меня узнали практически в купальнике, я была в каком-то парео и со странной прической. А это вообще твой концертный костюм? На Евровидении выступала. Да, ну в общем... Парео. Я в шоке, да. Значит, смотрите, у нас в шоу главное правило. В гэ-шоу. В гэ-шоу. В нашем шоу «Студия 69» артисты делают друг другу приятное. И мы начнем с того, что вы сделаете друг другу подарки. Вот. Это очки, так как со мной извините, очень пожалуйста. Сильно ассоциируются очки, и меня везде фанаты просят. Ты знаешь, давай дружить. Я думаю, сегодня начнем. Это осинские пироги. Да. Серьезно? Это легендарные осинские пироги, которые попробовать должен однажды в жизни каждый. Капец. Мне интересно, как... Восторг! Как тут? Видишь, подожди, вот эта штучка, и пакетик. Да, мне показалось. Мать честная, красота-то! Господи! Попал, это же та певица из гэ-шоу! Пятерку! Из гэ-шоу! Спасибо тебе, мне очень приятно. Полина тупо решила подарить тебе 500 евро, как на день рождения. Нет, у меня на самом деле символичный подарок. Я подумала, что неспроста у тебя все это связано с водой, все твоя музыкальная, вот, музыкальное твое давай, творчество. Что-то, да, медуза. Медуза. Медуза где? В воде. Море. И, собственно, вода. Вот. И я подумала, что это будет очень символично, и как бы уже на практике это абонемент в бассейн. Отлично. Спасибо большое. А можно, смотри, там же, наверное, вот что, открыть? Да, все на месте, да, на месте. Это бассейн. Это тоже не реклама, ребята. На секундочку, это бассейн «Чайка», где по будням плавают в основном пенсионеры. Слушай, ну я же пенсионер. На самом деле я хожу в бассейн, все окей, я дам это своей бабушке. Что ты сказал? Я сейчас хотела сказать красиво, если вы увидите плывущих людей в очках, понимаешь, Луи Виттон и что-то у тебя. Луи Виттон. Вот, и мило беседующих, знаете, это мы с Матрангом. Да, подождите, мы пока будем есть пироги, а вы посмотрите интеграцию от нашего партнера. Пожалуйста, посмотрите ее. Доставка букета. Ой, от кого?
от тайного отправителя. Так приятно. Подпись здесь. Угу. Подпись здесь. Девочки, а у кого есть ваза? Доставка букета. От кого? От тайного отправителя. Приятно. Подпись здесь, подпись здесь. Девочки, может, есть ваза-то все-таки? Две. Коллеги, проверив данные, за январь и февраль. Вам доставка букета. Какого? Данные в марте и апреле. А от кого? От тайного отправителя. Приятно. А также? Подпись здесь, подпись здесь. Порядочность и ответственность на рабочем месте. Доставку букета? Да. От тайного отправителя? От него. Подпись здесь, подпись здесь? Я уже все подписал. Ну, это самое, вы наша прекрасная половина. Хочу пожелать вам в этот день... Доставка букета. Слышь, мужик, ну давай не сейчас. В смысле не сейчас? Это от тайного отправителя. Вам неужели самой неинтересно, кто этот тайный отправитель? Да я знаю, кто это. Это вот Мишка из сервисного отдела. Ведь он постоянно копит бонусы «Спасибо». А покупая цветы и подарки у партнеров акции «Весне спасибо», он получил шанс стать обладателем 10 тысяч бонусов и главного приза – 1 миллион спасибо. Ссылка на акцию в описании. Ха, ничего вы не докажете. О, 10 тысяч бонусов получил. Потрачу их в приложении «Спасибо» на авиабилеты на майский отпуск. С мамой полечу. Матранка, Полина, Полина, Матран, вы меня слышите? Слышите вы меня? Потому что сейчас ушки вам пригодятся. У нас детский кавер. Прямо сейчас я хочу пригласить сюда Гришу. Гриша, выходи. Гришенька занимается в музыкальной школе, играет на кларнете. Кларнет. Привет, Гриша. Да, прямо сейчас Гриша по этим нотам будет играть некое произведение. У вас будет 30 секунд на то, чтобы отгадать, какое произведение он играет. По телевизору хлопать? Можете куда угодно хлопать. Главное, не по Грише. Если вы отгадаете в первые 10 секунд, Гриша получит приставку. Да это не серьезно. Сейчас от меня будет зависеть, да? Да. Если в следующие 10 секунд, то Гриша получит Bluetooth-колонку. Блин, а блин, если в последние 10 секунд, то Гриша получит флешку на 64 гигабайта. Гриша. Итак, Гриша, ты готов? Давай, жги! Время вышло. А теперь, Гриша, скажи название песни и сыграй ее заново. Пожалуйста. Моя игра. Она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя игра. Гриша, прости, пожалуйста. Она мне принадлежит. Так, ноты ему кто писал? Ноты ему кто писал? Баста. Гриша. Твой руководитель. Гриша, держи, флешка твоя. На этой флешке все клипы Полины Гагариной. Одну секундочку, помарка. Значит, я не знаю эту песню вообще. Я песню знаю, но угадать было. А кто поет? Баста. Ба. Знаешь его? Я тебе сейчас покажу, как он выглядит. Подожди. Он сидит слева от меня. Наберите, как выглядит Баста, показать Полине Гагариной.
Не, я покупаю, я покупаю после передачи, я покупаю ему Xbox. Не этот, не у вас, отдельно лучше. Вот ты пока эту забирай, пока играй, а пока Матранг оформляет кредит на новый Xbox. Бери, бери, бери. И сейчас, забери, выбрось его. Выбрось его, играй в Майнкрафт, беги, радуйся. Ух, неловко получилось. Да ладно, а ты что стоишь? Это наоборот. Надо было подсказать. Наоборот. Ха! Вы можете сказать, что второй выпуск подряд у них музыканты оплачивают для детей подарки. Вот, например, в первом Алишер Моргенштерн оплатил приставку для маленькой, юной девочки-скрипачки. Да, мы взяли деньги Алишера, 20 тысяч рублей. Мы взяли деньги Матранга, 50 тысяч рублей. Да, Алишер, ты здесь второй. Сложили их, и эти 70 тысяч рублей мы отправили в фонд «Красивые дети» в красивом мире. Ссылка на фонд в описании, а рядом с описанием будет красная кнопка «Подписаться». Нажимаете на нее, получаете удовольствие, а если поставите колокольчик, то всегда будете на острие всех движух. Сейчас я хочу, чтобы Матранг, который, как говорит, неделю готовился к... Ну не неделю. Ну ладно, хорошо, две. Три дня, все. Матранг, который основатель... Слушай, у нас музыканты, которые хотят сюда, они говорят, ну у меня есть минут 15, я сейчас вам перепою Леонтьева. Сейчас просто как музыканты делают, просто вот наиграют какой-нибудь бит, напишешь какой-нибудь текст, и это ты называешь музыкой, правильно? Да. А я не называю это музыкой. Все, я тогда ничего не буду. Это совсем другое. И я душу вложила всю весь в воду вот в эту. Матранг, иди готовься. Полина, прежде чем ты пойдешь, смотрите, если вдруг тебе, ну, вдруг. Да. Вдруг. Не понравится. Не будет нравиться. Да. Давай стоп-слово. Да. Давай стоп. Ну, это слишком. Ладно, ладно. Бе так бе. Дорогие друзья, душещипательную песню о любви, которую вы привыкли слышать из уст Полины Гагариной. Смотри. Для вас сегодня исполнит Матранг. Все знакомые стены остались стенами, больше ничем, воздухом, пропитанным нашими откровениями, сложно дышать. Не жалей, мы все уже сделали. Это лишние вопросы, зачем? Уходи, быстрей забирай с собой наше прошлое, все начится. Смотри, время истекает внутри. Сердце умоляет, прости, я прощаю. Пламя догорает, хочешь его забери. Смотри, ведь время заметает. Кадры между нами, фильм на экране, где себя играем не мы. Эй, смотри. 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 Время истекает. Умоляет, прости, я прощаю. Пламя догорает, хочешь его забери. Эй, смотри, время заметает следы. В памяти стираются кадры между нами, фильмом на экране, где себя играем не мы. Смотри. Матран, да. Скажи, пожалуйста, что было самое сложное, когда ты берешь песню певицы номер один
Ну, самое сложное то, что я беру песню певицы, да, эмоции там совсем другие. А ты клип смотрел ее? Нет, не смотрел. Капец. Ребята, мы прерываемся на просмотр клипа Полины Гагариной. Воды! 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 Воды, друзья мои! Прямо сейчас Полина Гагарина про это и будет петь песню! Я пошла. Значит, волокординчику сразу подготовьте. Дорогие друзья, сейчас для вас прозвучит композиция автора музыки Матранг, автор текста Матранг. Исполняет Полина Гагарина. Пожалуйста. Меня бросай в сон твоих объятий после, и пока тихо пустикают наши пути, меня позови. Уставший город невесомости тихо засыпает на часах ноль-ноль. Фонари качаются, и я изрядно пьяна, не выключу свет. Тихо морю говорил, это морю говорил, это морю говорил, это морю говорил. Тихо морю говорил, это морю говорил, это морю говорил, это морю говорил. Твоя любовь на самом деле вода, на самом деле вода, на самом деле вода. Какой я свою водичку еще не слышал. Очень классно. Очень. Thank you very much. Полина! Матранг, прости, пожалуйста, может, я не знаю, ты писал когда-нибудь песни для Полины Гагариной? Нет, еще нет. Я клянусь, если у вас... Намек понял. Да. Если у вас будет коллаборация, это будет разрыв вообще мозга. Полина напишет мне, а я напишу Полине. Идеально просто. А вот и сработала сваха музыкальная. Химка. Итак. Нет, правда, мне песня очень сразу понравилась, и я искала настроение, чтобы это было, ну, ты знаешь, и как бы и для молодежи, и как бы и туда, и сюда, и для вас. И для вас. Что я вообще зачем? Ну, скажи правду. Мне кажется, круто получилось. Смотрите. Вы в комментариях можете написать, чей кавер вам понравился больше. Не надо там только устраивать, типа, там, драки, короче. А у нас есть... Ставьте лайки. Тайный зритель. Опа. Который сейчас выйдет и подарит тому исполнителю, чей кавер больше понравился, одну единственную розу. Прямо сейчас я хочу представить вам человека, который сегодня сидел в тайной комнате. Это... Иван из города Москвы, фрилансер. Пожалуйста, встречаем. Иван, прошу. Город Москва, фрилансер. Здравствуйте, Матранг. Приветствую. Здравствуйте, Полина. Иван, какой вы... Здравствуйте, Константин. Постриженный. Здравствуйте. Здравствуйте, друзья. Что вы встали? Да постоим что? Нет. Спасибо огромное вам, друзья. Вы подарили мне радость. Я сидел в этой комнате и слушал, как вы поете, как вы ведете.
как вы снимаете. А мы слышали, как вы сидите. Это уже слышно. Это суставы. Я хочу сказать следующее. Вы поставили меня в очень неловкое и очень непростое положение. С одной стороны, понятно. Полина Гагарина, ну, конечно, певица популярная в Китае, а скоро мы все будем жить. Там, где популярна. Там, где популярна Полина Гагарина. С другой стороны, моя дочь, первую песню, которая младшая, которую она спела, это была песня «Медуза», за что я благодарю вас. Да, спасибо большое. Потом я думаю, ну да, конечно, но Алан носит клетчатые рубашки, я тоже что клетчатые рубашки. Но я смотрю, тоже Полина, пришла в клетчатые рубашки. И у меня такие же брюки, которые я ношу дома. У меня, кстати, тоже. Да. Ребята, вы в один магазин ходите. И в последний момент я подумал, закрой глаза, остановись, послушай песню. Ты должен услышать песню. И я закрыл глаза, я послушал песню. И я понял, что из тех песен двух, которые я услышал, мне больше понравилась песня Полины Гагариной, которую спел Матран. Вау! Спасибо. Но я не могу дарить цветы осетинам, поэтому просто, Полин, с праздником! Друзья мои, если хотите стать нашим независимым экспертом, пишите в комментариях, почему именно вы. Мы пригласим вас на нашу следующую пару. А сейчас дополнительный подарок — это цветы для Ивана Урганта. Спасибо огромное. Дорогие друзья, это было шоу «Студия 69», место, где артисты делают друг другу приятное. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, или как там говорят на Первом канале. А мы сейчас начнем. Работаем, ребят!